Всех приветствую. Первая покупка на этой неделе — туалетная бумага папе в Пятерочке, 199 рублей. Муж заехал в светофор, и вот такие пирожные, 200 с чем-то они рублей вышли. Сейчас посмотрим, где упаковка. Но они, видите, с кремовой какой-то начинкой. Они, а вот они. Найдешь пирожное шу со сливочным кремом, еще свежий, видите, 3-10. Вот потом кофе, смотрите, какая большая банка, 270 грамм, 500 рублей. Еще муж говорит, на кассе муж с женой скупили все масло сливочное, что ли, какое-то, и сказали, будут в Леонозово на рынке продавать. Они купили здесь по 100 рублей, а продавать будет по 300. Вы понимаете, кто в светофорах еще закупается? Ой, так, фольга 67 рублей, но это дешево, уже она везде 100. Так, вот такие какие-то он взял чипсы. Вот, видите, да? 125 рублей. Сыр он себе взял 88. Это я не ем. Да тоже я не ем. Черкизова такая колбаса. Она 95, что ли? И вот такой суп какой-то себе взял 71 рубль. Тамьян. Вот. Вот такие небольшие покупочки из светофора. Покупки Пятерочка. Так, смотрите, я зашла, купила Босс 190 рублей. Там много со скидкой кондиционеров. Черный жемчуг со скидкой, мицеллярная вода. По карте 119 рублей. Поласкиватель взяла попробовать. Маме взяла семечки попробовать. 59 рублей. Себе чай взяла. 69, что ли, Акбар. Он крепкий. Тетя себе взяла такое масло. Очень хорошее. 149. 25 рублей, что ли, такую зубную. Это, попробовать. Так, сейчас мы будем пельмени по 206 рублей, 900 грамм, Ложкарев. 50 с чем-то рублей сметана. Ну и хлеб 43. Вот такие были покупочки Пятерочки. Так, добрались до Ашана. Первая покупка, но это было отдельным чеком. Вот такое кофе, но не дешевое. А сейчас со скидкой 789 рублей. Так оно 900. Вот такое. Решили побаловать себя. Не дешевое такое кофе. Вот. И основные покупки. Так, все для женщины 50 рублей. Вот такое Нивея со скидкой 159 мицеллярная. Вода. Вот. Там со скидкой Лореаль. Крема, сыворотки берите. Кто любит марку. И вроде тоник или мицеллярная вода. Тоже со скидкой. Я вот взяла 159 рублей. Сейчас очень сухая кожа. Так, со скидкой пена. Для ванн, так она стоила 144, здесь с можжевельником. Там еще сладкие такие ароматы. 390 миллилитров взяла. Так, 33 рубля брови покрасить. Что-то у меня очень ноги сохнут. Я знаю, что мочевина хорошо. Вот, 60 рублей, что ли. Ну, там на главной сцене стоят, я имею в виду, всякие такие... И для кошек и собачек, и канцелярия, и косметика, и носочки взяла. Там еще и для рук, и для всего. Так, ванильный сахар 6 рублей. Буду запеканку делать. Хлебцы 53. Маме взяла орешки кишью. Кишью 919, 104 грамма, 95 рублей. Так, антинакип 2 штуки взяла. Мне надо кофеварку почистить. Еще раз прочистить этот отпариватель. Так, из этого мало что взяли. Вроде по 119. Хлеб, ну, до 40 рублей. Картошка плохая была. Картофель белый по 37 рублей. 810 грамм, 31 рубль. Бананы по 136 по карте Ашан. Мандарины были по 200 и по 100. 59, что ли, такие недозревшие. Манго по 339. И было манго здоровое, такое желтое, вообще по 400 рублей. Хурма недозревшая. 169. Гранаты были по акции по 169. Очень хорошие. Морковь вроде была. Ну, огурцы вот такие только взяли, более-менее. 80 рублей, 640 грамм, 51 рубль. И что-то мне захотелось грибов. Мама сказала, тебе просто мясо надо кушать. Ну ладно, мясо завтра пожарю. Вот, грибы шампиньоны на развес выгодно брать. 260 грамм на 78 рублей, чем в упаковке.
Так, сырный большой не был. Я вот эти сырные булочки по, не знаю, по 27 что рублей одна штука взяла. Водичку пить захотела, 32 рубля. Муж себе взял, как всегда, рыбу какую-то. Мойва неразделанная. Килограмм 4,19, 200 грамм 84 рубля. Спаржа 140 он себе взял. Мне что захотелось? Коровку конфета азовская в сливках 409, 142 грамм 58 рублей. Так, у меня еще творог оставался. Вот этот взяла. Если посмотреть состав, нормальный состав. Так, молоко обезжиренное, молоко цельное, закваска. Ну, я взяла для запеканки. У меня еще простоквашино творог. Так, сметана по карте Ашан. У нас такой ветер сильный, ужас какой-то. Так, 80 рублей. Ряженка, молоко подорожало. Я посмотрела по ценникам. Вот. Потому что мы часто из Яндекс.Лавки заказываем, просто я не показываю. Там очень много в Яндекс.Лавке выгодных цен. И на сливочное масло, и молоко очень много выгодно, чего есть. Так, со скидкой большой, такой красной упаковки, круглый сыр сливочный, ларец, мини-вес. Попросила нарезать 649, 356 грамм на 231 рубль. Так, со скидкой горки котлеты 144. Ну, там и Черкизово, и Петелина, и Мираторг есть котлеты, и фарш по 209 рублей. Так что вот такие были покупки. Так, тут еще какие-то баллы он списал. Так, на 1826 рублей. И из морозилки мы ничего не покупаем, потому что у нас много курицы, мяса еще осталось. Очень много. Надо все есть. И блины, оладушки остались. Молочку, ну, мы в других. Я просто не все снимаю, все покупки продуктов. Много чего берем и Вкусвилл, и Яндекс.Лавка, и в Пятерке. Кому скучно видео продуктов, не смотрите. Вот. Идите на те каналы, которые покупают там, ну, сколько, за неделю на 20-30 тысяч. У кого, не знаю, там большая семья. Вот. Так что смотрите их тогда, если вам не нравится. Все. Всех целую, обнимаю. Пишите, как у вас погода. Снег выпал, не выпал, или дождь, или холод, отопление дали вам или не дали. Если не дали, обязательно управляющую компанию, потому что стояки надо прочищать у всех по-разному. Вот. Все. Всем пока-пока.